Всем привет! Сегодня мы приготовим мое самое любимое варенье из тыквы и апельсина. Мякоть тыквы нарезаем кубиками. Апельсиновый сок выжимаем в кастрюлю с тыквой. Нарезаем апельсины вместе с кожурой и добавляем к тыкве. Содержимое кастрюли перемешиваем с сахаром и оставляем на полчаса, чтобы выделился сок. Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Затем увариваем варенье еще в течение часа. Разливаем варенье по банкам, часть можно налить сразу в тарелочку и храним в холодильнике. Но я вас уверяю, что это варенье в холодильнике долго не задержится, потому что оно очень вкусное. Я люблю добавлять его в кашу или творог во время завтрака. Приятного аппетита и до встречи в следующем видео. Пока!